отделом по расследованию особо важных дел Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Саратовской области продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного пунктами А и В части 2 статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации, предусматривающей ответственность за убийство двух лиц, в том числе малолетнего ребенка, заведомо для виновного, находящегося в беспомощном состоянии. По данным следствия, 29 ноября 2020 года в дневное время 53-летняя жительница города Саратова пришла в гости к своей 38-летней знакомой, проживающей в квартире дома на улице Чернышевского. Женщина находилась дома с малолетней дочерью. В процессе общения между женщинами произошла ссора, в ходе которой гостья вооружилась ножом и нанесла сначала хозяйке жилища, а затем ее малолетней дочери множественные удары. От полученных ранений женщина и девочка скончались на месте. Злоумышленница похитила из квартиры ювелирные изделия и банковскую карту и с места происшествия скрылась. С банковской карты она впоследствии сняла 70 тысяч рублей. Личность подозреваемой была в кратчайший срок установлена в ходе совместной работы сотрудников СК и МВД. В ходе допроса подозреваемая сообщила об обстоятельствах произошедшего. Следователями СК проведена проверка ее показаний на месте происшествия. Следственный орган намерен ходатайствовать перед судом об избрании в отношении подозреваемой мер пресечения в виде заключения под стражу. Выполняются следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и закрепление доказательств. Расследование уголовного дела продолжается. Старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Саратовской области Надежда Волошина.